la 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 la. Любимец сиятельной княгини. Что? Ух. Вы меня перепугали. Как, говорите, вас зовут? Вы какого герба? Я Геральт. У меня нет герба, девиза и даже шлема с плюмажем. Я ведьмак. Франсуа Легов, как я полагаю, меня прислала ваша невеста. Она беспокоится, что вы что-то долго не возвращаетесь. Потому что... Гротник — это крайне опасное бестие. К поединку с ней я должен хорошо подготовиться. Подкрепляя силы сном в тенечке? 2 недели. Я медлил, это правда. Но теперь конец замешательству. Я дал слово чести и чудовище одолею. А ты не хочешь случайно, чтобы я тебе помог? Ну, я не знаю. Я же... присягал, что... Что принесешь возлюбленной голову чудовища. Но ты же не присягал, что убьешь его в одиночку. Хм. В общем, правда ваша. Фух. Сражаемся, значит, плечом к плечу. За честь! Сначала мы все-таки должны его убить. Странно. Что-то не вижу я этого гротника. Так, может, вернемся? Нет его, значит, нет. Что делать? Мы же старались. Проще. Как в теплице.
кости, череп маленький, темечко не заросло до конца. Младенец, ему было около года. Какие-то старые бумаги. Ну вот, все ясно. Это должно быть паровой. Гротник отобрал эту свою жертву. Наверное, охотница. Надо его приманить. Ну ладно, значит, за делом. И пусть свершится воля небес. Прямо же скотина была. Я благодарю, ведьмак. Вы весьма мне помогли. Кажется, самое время тебе вернуться в Баклер, храбрый рыцарь. Нет, ибо башка этого чудовища слишком мала, чтобы выразить, как сильно я люблю свою избранницу. Я отправлюсь странствовать по свету. Какое-нибудь другое чудовище в ее честь зарублю. По-хорошему советую, забирай эту башку и заканчивай с этими глупостями. Я бы попросил. То, что я хочу прославить имя своей возлюбленной на весь мир, не значит... Послушай меня, сражение с чудовищами — это не гербы, не начищенные доспехи, не млеющие дамы. Это работа. Чертовски опасная и неблагодарная работа, для которой ты
не годишься. Найди какой-нибудь другой способ доказать свою отвагу, потому что пока ты доказываешь только глупость. Выбирайте выражение, мастер-ведьмак. В Тусенте и за меньшее можно получить вызов на утоптанную землю. Но вам сложно отказать в правоте. Еще немного, и я не вышел бы отсюда живым. Пора. Пора возвращаться домой. Как кто? Как водомерка. А ты что подумал? Неважно. Что, думал, ничем ты тебя в жизни не удивишь, а? Ошибочка. Здравствуй. Ты знаешь, почему это я вдруг начал ходить по воде? Ну, разумеется. Я живу в этой пустыне с незапамятных времен. И скажу тебе, что это особенное озеро. И в чем его особенность? Кроме того, что по нему можно ходить. На дне озера покоится магический меч, а я его хранитель. Лишь тот доберется до меча, кто стяжал 5 рыцарских добродетелей. С моими добродетелями рассчитывать не на что. Я знаю, кто ты. Ты доказал, что способен проявлять сочувствие. Ты человек чести. В чем убедились многие. Не будучи состоятельным, ты умеешь проявлять щедрость. О твоей доблести ходят легенды. Ты руководствуешься разумом, что свойственно мудрым. Ты доказал, что 5 рыцарских добродетелей тебе не чужды. Значит, я могу нырнуть за мечом. Это оружие для мастеров. Для лучших из лучших. Так что покажи, на что ты способен. Будем биться посреди озера. Ты готов? Можем начинать. Так обнажи свой меч.
всяких сомнений, ты достоин владеть магическим мечом. А вот и твой Арандит. Мы, кажется, знакомы? Конечно, знакомы. Пустынник же сказал, что знает, кто ты. Владычица озера. Это я. Носи этот меч и не забывай, что добыл его, доказав, что ты человек праведный и что действуешь ты во имя добра. Надеюсь, в этот раз ты его не потеряешь. Просто замечательно.